Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Вот такой денек, точнее сказать, уже вечер. Я приехал на Терлянский пруд посмотреть вот такой ледок. И сейчас мы проедем, покатаемся немного, посмотрим, какой лед на реке Терлянка. Смотрите, какая красота. Вот и наша речка. Я подъехал. Течение. Здесь она не замерзла. Посмотрите. Первый ледок. Так красиво. Недавно я здесь был. Была золотая осень. И вот время идет, и уже лед. Ждем снега. Вот такие вот скалы над рекой. О, скрипит. Смотрите, какие узоры. Ну, красиво. Какие узоры природа создает, и водичка шумит. Проедем, полюбуемся нашей красотой. Вот, друзья мои зрители, ветерок стих, уже вечер, гуляю и жду закат. Посмотрите. Посмотрите, какой лед. Ну, подойдем к речке. Послушаем шум воды без ветра. Посмотрите, какая промывина. Водичка и узоры. Как красиво. Вот она где красота-то. Какие кристаллы.
Интересно. Красота. Вот еще одна промывина. Такой релакс, друзья мои, мои зрители. Вечерний релакс от Владимира. Ждал заката, солнышко уже село, будем возвращаться, но до свидания пока не говорим, может нам еще и повезет, увидим хоть отражение заката. Ну как, друзья мои, релакс? Почти 2 минуты. Релакс. Ну вот, друзья мои, закончилась наша небольшая прогулка вдоль речки Терлянка. Погуляли. Посмотрите, какая красота. Все-таки вот отражение заката есть. Вот на этот лесок. Видите, какой розовый стоит. Немного. Ну, всем пока, мои друзья. Всем мира и добра. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. С вами был Владимир. Пока.